Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на Земле мы продолжаем проходить миссии Вента. Мы победили в войне Альянсов, это не может не радовать, но у нас тут сюжетная линия. Сюжетная линия, связанная с огнем по своим, и осталась у нас вторая глава. Не жди добра от десептиконов, воспроизведи данную передачу, чтобы не упустить нить событий, происходящих в Трансформерах «Земные войны». Ну, давайте воспроизведем передачу и посмотрим, что у нас там. Докладывайте! Все случилось именно так, как ты ожидал, великий Мегатрон. Первый удар от роботов был направлен на сенсорную башню Алтисикса. И? Важна каждая деталь, Саундвейв, каждая! В соответствии с твоими приказами, мы отменили круглосуточную охрану, оставив лишь символический пост охраны. А затем, Бладжун и я удалились на безопасную дистанцию для дальнейшего наблюдения. Хорошо, хорошо, а потом? Мои стелс-дроны обнаружили присутствие 4 автоботов. Но на самом деле они обнаружили 3. Только через некоторое время мы осознали, что с ними еще был Дрифт. Он хорош. Не так хорош, как я, но у него есть талант. Да-да! А кто были остальные? Я хочу знать имена! Для мемориального камня! Смокскрин. После того, как Дрифт разобрался с охраной, Смокскрин начал устанавливать термонуклонные заряды. И тогда наш агент сделал свой ход? Да, он обнаружил свое присутствие Смокскрина, который был сбит с толку. В конце концов, он назвал нашего агента Автобот. Никаких подозрений. Совсем. Кажется, что обманывался. Он просто подошел. И спокойно пристрелил Смокскрина. Бам! Прямо между оптикой. Отлично! Тогда у вас нет ни малейшей капли сомнения, что он служит прежде всего делу десептиконов? Все верно. Никаких сомнений. Все как по учебникам. Хладнокровное убийство, как оно есть. Тогда приложи все усилия, Саундвейв, чтобы перетащить его сюда, на землю. Этот хамелеон проникнет прямо в сердце автобазы и раскроет нам их планы по захвату Кибертрона. О, я почти забыл спросить. Как зовут этого двойного агента? Его имя Контрпанч. Контрпанч. Да, двойной агент. Ну нормально. По крайней мере ясно, что у нас за двойной агент, а мы постепенно движемся к кристаллу информатора. Видимо, это он и есть информатор. Так, у меня пока что доступны только 2 основных отряда, по той простой причине, что предыдущие 3 я потратил на миссии Альянса. Ой, битвы Альянсов. Так, перезарядили и погнали вперед. Так, 4300. Да, идем на 4300. Вот такие дела. Оказывается, у нас тут двойные агенты. И чё, Смокскрина грохнули, что ли, хотите сказать? Вообще с концами, да, положили? Зажмурился, что ли? Чё-то я, погодите, как-то это... Не повторится ли история с Грувом? Смокскрин-то был хорош. Ну ладно. Оптимус Прайм. Дерьмо случается. Как-никак. Тик. Давай ты. Так. О, неплохо. Неплохо, давай. Суперион, погнал. Кто там вылез?
А, Бладжин. Ой, этот ты. А ты такой, и Саундвейв вылез. И Мегатрон, они все вылезли. Как раз те, которые по сюжету были, все вылезли. Вот это да. Вот это вот сюжетная линия. Я балдею. Так. Ну. Буду бегать от вас. Да сдохните вы, а. Так, все, завалили гештальта. Бладжин оказался очень хорош вместе с Мегатроном. Но, слава богу, пронесло. Давайте, ребята. Кого вы там? Так, все, Бладжин насогнулся. Живот схватило. А где Мегатрон? А Мегатрон и все, да? Ну правильно, тут два Оптимуса вообще вылезло. Вот он нахерел-то знатно. Мало мне было одного, тут двое, да причем еще таких. Еще и Оптимус Праймал. Ё-моё. Хоть собирай еще чуть-чуть и отряд из всех Праймов. Вот было бы круто. Ну чё, забивайте. Ек. Во. Эх, нормально. Постепенно движемся. Движемся, и это не может не радовать. Очень хорошо. Там еще чуть-чуть, кстати, и боты прокачаются. Это очень здорово. Так, а получается у десептиконов контрпанч, да? Тогда возникает резонный вопрос. А кто тогда у автоботов? Или тут как импактор? А один на всех, грубо говоря. И все на одного, да? Мушкетера какого-то кибертронского нам походу послали. А так, ну тоже 4300 давайте. Гештальт доступен. А у нас еще, кстати, в арсенале луч титана имеется. Такая козырная карта. В случае с чем можем жахнуть не по-детски. Это очень круто. Ек. Ну. Так, давай. Черт, что-то до хера ракет в меня полетело. Кого там Мегатрон бьет, ё-моё? Своего, что ли? А, ну правильно. Бей своих, чтоб чужие боялись. Нифига, он еще и перешагнул. А чё, так можно, что ли? Постойте, а чё? А, обороняющиеся могут сквозь стену ходить, в отличие от атакующих? Или Мегатрон настолько крутой, что он, если кто додумался, маленький барьер переступить, да? Походу, да. Походу, как-то так. Иначе я не знаю, как это объяснить. Ек. Хорошо. Давай, стреляй! Эх, блин. Загнулся один у нас. Загнулся! Во! А, Гальватрон! И Бладжин! А, нет, это не Бладжин, постойте, это вообще... Это рогатый! Носорог! Рок, кстати, вылез! А где Бибоп? Так. Ну-ка, давай-ка поцарапаем задницу когтями Гальватрону. Отрываем эту морковку нафиг. Во, все. А, живот. Обратно Кибертрон. Ладно. Что там происходит? Ик. Ну давай, Родимус. Всем, так сказать, это... Усиление поддай. Здорово! Замечательно! Разнесли вражескую базу с концами и победили в битве альянсов. Очень хорошо. Осталось только дождаться теперь этого крутого бойца, двойного агента. Зараза, что-то взяли смокскрин и пристрелили, нифига себе! Причем у десептиконов, походу, никого не грохнули, а у нас грохнули. То есть этот ивент чисто посвящен десептиконам.
Это как-то так получается. Хотя вполне возможно, что в следующем ивенте кого-то ответным огнем из десептиконов уложат. И тем самым повторится история, как с двумя бойцами, там, двух гештальтов. Как у терраконов и у этих. У автоботов там вот были еще команда. Искали замену. Ну обалдеть, такими темпами скоро по сюжету нафиг всех попереубирают. Останется только один Оптимус, полубухой, но его никто стрелять и валить его не будет, поскольку уже нет смысла. От него и так немного толку, ну да ладно. Ну-с, давайте-ка тогда закончим тут. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцин. Крепкого здоровья, приятного настроения, храни вас Праймус Юникроном. Пока-пока.